Если вы хотите получать уведомления о том, что на канале произошли обновления, выложены новые видео, нужно правильно на него подписаться. Жмем кнопку «Подписаться». Справа появилась шестеренка. Нажимаем на нее. И ставим галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Сохранить. Как только на канале появится новое видео, вы получите уведомление и сможете посмотреть его первым.